Мы здесь. Хорошо, мы приветствуем Романа, интересуемся, готов ли он к диагностике, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. Доверит. Хорошо, и я даю команду на счет 3. Сканер начинает сканировать пространство над головой Романа, под ногами. Сканер начинает сканировать все 7 тонких тел Романа, находит все. Но у него энергии все сбитые. Два канала. Два канала. Поехали, кто у нас зашел? Спрут и дракон. Спрут. И какой дракон? Красный. Красный дракон. Дракон, а когда ты зашел красный и на каком основании? В тело человека, который прочитал манифест и сказал, что будет уничтожать всех интерферентов в его биополе. Тебе это все равно? Ты считаешь, что это не шутка? Он сам не верит в этот манифест. Почему я должен верить? Он сам не верит в этот манифест. Откуда ты это видишь? Покажи, как ты это видишь. Считает, ждет, что манифест защитит. А как должно быть? Считай цифры над головой красного дракона. 602. 602. Хорошо. Дракон, как ты видишь манифест? Объясни. Не мне, объясни Роману. Манифест изнутри работает, а не снаружи. Понимание внутри должно быть. Что я беру свою ответственность свои, и свои энергии в свои руки, выражая это намерение. Намерения не вижу. Слова, да. Угу. Нету силы там намерения. Хорошо. Роман, вы слышите то, что вам сказал интерферент, который зашел? Значит, намерение. Манифест не защищает без намерения. Абсолютно верно. Манифест не защищает без намерения, красный дракон. Поэтому мне тебе сказать нечего в этом. Как долго ты находился в его биополе, скажи мне? 10 дней находился. 10 дней. Ты успел что-то установить в его биополе? Энергиями мы обменялись. Хорошо. Так, Спрут, как долго ты находился в этом биополе? Он даже не знает, какие его энергии. Хорошо, Спрут, как долго ты находился в этом биополе? 12 дней. Хорошо. Я сейчас даю команду, значит, 3, включая Роману внутренний белый свет. 1, 2, 3. И начинаем выдавливать все энергии, которые остались на чистоте красного дракона и спрута в его биополе. Остатки, подключки, все возможное негативное выходит из его биоробота. Да, готово. Хорошо. Большой шар? Большой. Открывается внизу портал галактическое ядро. 1, 2, 3. Этот шар улетает в галактическое ядро на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Хорошо, дракон, я хочу получить от тебя слово красного дракона, что ты больше в это биополе не войдешь. Мы его будем контролировать. Даю слово. Хорошо. И я даю команду, значит, 3. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте красного дракона. 1, 2, 3. И красный дракон уходит на свою чистоту, забывая дорогу назад, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо, Спрут, тебя это то же самое касается. Ты больше в это биополе не приходишь. Понятно? Понятно. Просто закончится фатально. Те, кто обманывает меня, уходят в галактическое ядро. И открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте Спрута. 1, 2, 3. И Спрут забирает все, что он с собой принес или что-то принес, и уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо, давай заправим Романа энергиями. Посмотри, сколько энергии нужно Роману и какая частота вибрации. 350, 28. Хорошо, Роман, я сейчас показываю, как вам надо заправляться энергиями. И на счет 3 в макушку головы Романа начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 350% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли, наполняют, усиливают. Все необходимые цвета начинают поступать в него. Мощность потоков усиливается. Частота его вибрации поднимается до числа значения 28 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Хорошо, Роман, мы показали вам, как сейчас заправлять себя энергиями и как их гармонизировать после этого.
Вся процедура у вас есть, все, что вам необходимо. Текст манифеста я вам сейчас вышлю, чтобы вы читали и читали его не просто как текст. Помните о словах дракона красного. Он сказал, человек просто читает текст и нет намерения. Намерение – это есть решение, то, что вы хозяин своей жизни. Если вы не являетесь хозяином своей жизни, приходит красный дракон и спрут, и все остальные, и они видят эту защиту. Понимаете? Они видят, это выставляется защита. Если вы ее не изнутри не устанавливаете, а ждете, что она придет снаружи, то это не так. Она всегда идет изнутри. Хорошо, вы все поняли, Роман? Да, он понял. Отлично. И для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Романа в систему биоробот-душа. Заводим. Подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой из извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Хорошо. И отключайся от объекта и перемещайся в свою комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел, пойдем. Да, я здесь.